сегодня у меня на столе вот такой iMac G5. Это у нас A1076. Довольно древний аппарат, но симпатичный в плане оформления. Это довольно интересная машинка в свое время была. В принципе, здесь у нас полный комплект. Ну, за исключением памяти, это я уже у себя взял, воткнул сюда. Здесь у нас DDR1 память. Кондюрики все дутые. Аппарату уже лет прилично. Но, тем не менее, если воткнуть 220 вольт. Сейчас доп-свет потушу. Видно, не видно. Светодиодики горят. Возьмем, наверное, пинцетик, так как кнопка на задней крышке. Еще пару светодиодов загорелось. Начинает греться охлаждение процессора. Ну и, в принципе, все. Ничего нигде не крутится. Ну, тут это может быть обусловлено кондюриками и тому подобным. Но сама цель даже не в том, чтобы восстановить его, а в том, чтобы из него сделать мультимедийный экран. Так как аппарат довольно древний, пользоваться им в нынешнее время, ну, скажем так, неинтересно будет, так как он очень-очень слабенький на данный момент. Матрица здесь TMDS, поэтому нам понадобится скалер. Нам понадобится преобразователь на TMDS. И приставочка, которая будет стоять внутри, будет подключена по HDMI. Будем использовать родной блок питания, родные динамики. Все остальное сейчас мы отсюда удалим.
Так, тестово подключил контроллер и преобразователь. Картинка у нас есть, но картинка сейчас темная, так как сейчас подключен инвертор на две лампы. Это у нас контроллер T.V56.03. У него есть базовая прошивка на один канал 1680 на 1050. Специально для TMDS преобразователя. Ну, кнопочка с индикатором и ИК-приемником. Все это благополучно работает. То есть сейчас потихоньку наш агрегат превращается в медиаплатформу. Нам нужно будет родной инвертор, переделать вход на 24 вольта к блоку питания и управление на скалер. Будем оставлять его. Сам блок питания. Нужно избавиться от вот этого разъема, вывести отсюда питание на инвертор и питание на скалер. Плюс питание 5 вольт еще на смарт-приставочку. По характеристикам БПшка по сравнению с габаритами прекрасная. То есть у нас здесь 5 вольт, почти 10 ампер, 12 вольт почти, ну не почти 7, а 6,5. И 2 ампера почти по 24 вольтам. То есть это 1,8. Плюс 4 ампера 3,3 вольта. Ну и по пятерочке дежурки 1,5 ампера. То есть БП прям шедеврально. Ну, скажем честно, мне всегда нравились старые Apple. То есть даже вот Сидюк выполнен в такой корзинке, перфорированной, все, блин, смотрится. Плюс сама материнка, но кулера, понятно, они не ломаются. Сам кристалл процессора, то есть у нас здесь впаян проц, вот так выглядит кристальчик. Это кондеры, то, о чем я говорил. Если вот так вот взять, посмотреть плоскость, то они все вспухшие. Ну, тут может не все, вот эти два ряда все абсолютно, вернее даже три. Агрегат прям, я балдею от старых Apple. Плюс охлаждение проца. Вот это, чтобы вы понимали, цельный кусок меди. То есть там ребра такие приличные. Ну, плюс там термотрубочки, штучки 4, наверное. Видно, я думаю, да? И весом грамм в 300-400. Но не будем об этом. Вернемся к нашему экрану. Вот так выглядит наш мультимедийный центр. Сверху еще полирнется оргстекло его. Все управляется. Здесь у нас был выведен вверху светодиодик. Чуть-чуть выше вот так. Для индикации включения-выключения через кнопку сюда. Собственно, вот этот. Сейчас здесь у нас платка с инфракрасным приемником и светодиодами. Сам наш медиа-центр, скажем так, выглядит вот так вот. Здесь у нас скалер установлен, родной инвертор. Здесь плата приставки. Разведен блок питания. Здесь у нас выведено 24 вольта, 12, 5 вольт. 5 вольт дежурочки, но они не пригодились, но на всякий случай. То есть динамики родные задействованы.
Все замечательно работает. Кнопочка, которая родная сзади, выведена на вот такой разъем, втыкается в наш скалер, и все работает. Так как данное устройство не рассматривается как телевизор, здесь у нас будет YouTube и прочее, то разъемы я выводить не стал. Да и, собственно, об этом меня никто не просил. Все остальное, ну, единственное, что подсветку яблочко еще, наверное, друган сам уже сделает. Поэтому вот в таком виде сейчас закрываем крышечку. Провода здесь все укладываем. И отдаю данный агрегат. На этом все. Всем спасибо. Подписка, лайк. Всего доброго. The next song I'm going to play is Ek Mili Nenu Apsara. Johnny Bishari wala version.